Всем привет, меня зовут Роман, это канал Роман Плей и Fortnite магазин предметов. Давайте посмотрим, что и добавили интересное. С моей новой скинчики подъехали, старенькие вернули. Так, ага. Так, напоминаю, проходит розыгрыш теперь время расплаты. Давайте быстренько посмотрим. Эдгар со своим значком, Виолетта с крыльями, Калака с своими костяными цветами. Так, ну скинчики такие вроде ничего, но не знаю. Предыдущий вроде такой же был, только час расплата назывался. Но тем не менее, новый набор появился и есть розыгрыш. Ссылочка на него будет в описании. Также идет на искаженные легенды. Еще до сих пор розыгрыш, тоже будет ссылочка в описании, так что переходим. И выполняем условия, потом ждем итоги. Так, сегодня последний момент, последняя возможность еще поучаствовать в розыгрыше на 4000 подписчиков события. Ссылочка тоже будет в описании, переходим, выполняем условия. А условия какие? Поставить лайк, оставить комментарий. Обязательно быть подписан на канал, также открыть подписки, чтобы программа проверила, что вы действительно подписаны на канал. Так, ну а мы начинаем рассматривать магазин. Так, скинчик трасса. Я смотрю, рюкзака нету. Просто 4 стиля. Ну, расцветки такие, ничего, прикольненькие. Желтый, фиолетовый, зеленый. И просто обычный. Да, обычно, наверное, получше будет. Это зеленый тоже чем-то прикольненький. Ну ладно, это потом уже поближе рассматривать. Так, жалко, конечно, рюкзака никакого нету. Придется что-нибудь, ну, либо так бегать, либо что-то подбирать из того, что есть. Так, пит-стоп. Женская вариация как-то лучше. Типа байкера. Байкера-гонщика. Ну да. Как-то мне больше понравилось. Не знаю, как вам это уже решать. Мне лично женская вариация больше понравилась. Давай сейчас посмотрим. Еще разочек. Да, женская вариация получше будет. Так, а мужской еще... А, еще кирка. Обычная, зеленая... Ну, не знаю, кирка, скоростной рассекатель. Чем-то и прикольненькая, чем-то и не очень. Обычная, ну, что сказать, особо ничего нового. Опять видите, пора какой-то, не знаю, могли бы трость сделать и потолще чуть-чуть. Либо покороче как-то, не знаю. Так, вернулся Руби. Рюкзачок, честно сказать, у нее большеват. Вот так вот. Просто там другие рюкзачки были, там они были такие покомпактнее, а этот большеват немножко. Ну ладно, какой сделали, такой сделали. Поначалу скину что-то зашел, а потом что-то как-то, не знаю. Ну, как бы все так нравится, но уже не так, как он первым появился тогда. Просто потом сделали копию зеленый на День Святого Патрика, только единственное, что шапка в другую сторону и волосы там по-другому. Ну, а также тоже вот. Просто вот такой же взять скин, просто зеленый цвет разукрашен, также и рюкзак. Докопить бак билистовый почему-то. Кирка, не знаю, я так купил полностью весь набор, думал, это будет прикольно. А... Кирка такая среднячок, если честно. Дельтик вообще такой очень простенький. Но, тем не менее, я так купил полностью набор, ну и ладно. Так. Вернулся опять козырь. Ну, скин, конечно, прикольненький, да, вот козырь, но, честно сказать, стили-то такие. Просто на лице нарисовано... Как? Ну, типа, трефы, черви, пики, бубны, там просто масть карт нарисовано. Так-то, в принципе, в общем-то, и все. А, у нее еще рюкзачок. Рюкзачок, конечно, это прикольно, да, такой чемоданчик с наручниками. Довольно-таки прикольненько выглядит. Так, медвежатник. Это его
дельтаплан. Дельтаплан такой прикольный, необычный, типа сейф, деньги, золото. Круто. Деньги такое ощущение, что с монополии. Так, ну обертки что тут? Просто разновидность карт. Давайте одну просто посмотрим. Ну и здесь точно так же, только будет другая просто масть, вот и все. За 600 V-баксов. Ну, обертки, честно сказать, так. Среднячок, если честно, тоже. Так, что там? Вернулся Брод 3000. Со своим рюкзаком-магнитофоном. Ну, честно сказать, такой прикольненький скинчик. Такой, типа, робот. Так, сосулька. Классная кирка входит. Топ кирок за 500. Ну, извините, рекрол. Хорошо, что, кстати говоря, авторское право, как бы, ну, реально замучено. А то бы сейчас было бы плохо. Ну, музыка с авторскими правами. Так что она замучена. И хорошо, что теперь это работает. А не так, как с Last Forever получилось. Так, графит. Но мужской стиль графита как-то получше будет. У него рюкзачок такой прикольненький, типа ребра. Тут крылышки. Тоже, конечно, прикольно выглядит, но ребра выглядят получше. Деньги на ветер? Ну, реально, деньги на ветер. Эмоция, потому что короткая. Типа она была постоянно, вот так-то деньги нам расширились, то еще было прикольно. А так-то немножечко кидано эти деньги, и все, эмоция закончилась. Так что я считаю, вот, не стоит настолько. Пируэт. Прикольные эмоции за 200. Музычка классная, такие движения. Типа балерина. Так, ну и специальные предложения, как ни странно, одни кирки. Это просто круто. Так, жнец. Офигенная кирка. Ну правильно, сейчас как бы она появилась в магазине, кого не было куплено, все купили, и теперь все бегают перед друг другом, только шух-шух-шух-шух. Ну правильно показывает, смотрите, у меня тоже есть жнец. Так, это новая кирка появилась, которая с новым набором, время расплаты. Шипы погибели называется. Это странно, они меньше, чем, но старые. Старые вот, они больше. Погребальные топоры назывались. И звук так-то старый как-то. Даже получше будет. Так, вот старая кирочка, которая была ультралезвие. Ну, здесь просто были стили, как бы она светится и не светится, да? Такая длинная коса. А это вот новый, который вот вышла сейчас, Виолетта. Как бы вот, она входит. Вот этот новый, ну как бы новый набор, но просто отдельно купить ее. Довольно-таки прикольно выглядит, либо такие двойные. Прикольный, кстати, такой удар вообще, такой как бы эффект. Либо такая вот одинарная. Блин, вообще прикольно. Вот этот эффект такой вообще просто супер. Ну, короче, топ кирка, я считаю. Так что надо брать. Ну, в принципе, и все. Да, больше в магазине ничего нету. Поддерживаем тег автора, поддержка это приятно. Кто-то что купит, если с тегом с моим, то присылаем скриншоты в сервер Discord, либо ВК-группа, там специально есть фотоальбом. В магазине как бы довольно-таки много чего хорошего. Новые скины подъехали, неплохие. Довольно-таки старые появились тут. Эмоции, скины, кирочки очень крутые все. Только мне вот эти шипы погибли, что-то не очень понравилось. Звук такой немножко притупленный. Старые даже лучше были. Вот это классные кирки, вот это классно. Там все очень круто. Так, напоминаю еще раз, идет разыгрыш на набор. Время расплаты, искаженные легенды. Также событие 4000 подписчиков, стартер пак еще. И, конечно же, еще мы разыграем Battle Pass. Он еще до сих пор даже не разыгран. Так, все зависит от вас. Ставим лайкосики, оставляем комментарии и подписываемся на канал, кто еще не подписан. И открываем подписочки. Так, ну а на этом спасибо за просмотр.
Ставим лайки, оставляем комментарии, обязательно подписываемся на канал. Не болейте, будьте здоровыми, счастливыми. Все, всем пока-пока.